принесу тортик. Ух ты. Это сваха, что привезла. Это она сказала, я. Это сваха, это Люба. Еще рём роза. Подарок. Не я, а подарки мне, свахе, Любе. А, сейчас всех съедим. Три розы. С днем рождения, допустим. С днем рождения. Спасибо. Да. Нет. С днем рождения. А, вот так, вот так видно было. Ты свою тень делаешь. А, все, все, все. Видно, 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 Галь. С днем рождения. Ага. Боже. С днем рождения. Народжения. Капельки на рот. Ой, не, да? Я им. Ага. Вообще красивый торт. Бесподобно. Так, будем пить. Вася, поработали хорошо сегодня? А этот день потом убирать надо, да? Бригада ух. Да, убирать надо, да, сегодня что-то будем делать. Я уже половину работы, больше половины. Это сахара. Завтра продолжение. Банкета. Я думаю, мы до обеда лопнемся. Сейчас попробуем. А вы будете? Вафельная. В Каневе выросла вот такая дыня, посмотрите. Пробуешь каневскую? Сладкая? Мама все пытает. Кто-то каже є дыня. Кто-то є дыня, каже я не знаю. Но я чувствую, что она очень сочная. Валера, как тебе дыня? С огорода Васиного. Не среднеазиатская. Что это значит? После вкуса скажи нет. Ну для Украины это очень сладко. Миша еще не пробовал, да? Да, я на десерт себе ставлю. Главное точно. У нас тоже там сидит. Не ешьте, не. Ауре, Адлина. Это же Азербайджан. Она сладкая. Не сладкая, да? Дыня невкусная. Можете не кушать. Да, Галя говорит, дыня невкусная, можете не кушать. Кто попробовал, тот, конечно, не оторвется тебе. Здоровый, ну что, смотри, какая большая на огороде выросла для Украины. Я чувствую, для, на завтра не останется. Для Черкасской области большая. Она большая и вкусная. Она действительно вкусная. О, Оксана, покажи язык. Да не, не гоните. Все, уйди. Не можешь. Оксана, покажи. А глаза сверкать будут? Язык. Так ты сиреневый возьми. Свет, а ну. Не видно, что зеленый. Я поэтому все снимаю. А далее там взяли арендаторы. Там же эти чисто убрали. Это типа медовика, да? Потому что краски побольше. Это типа медовика, да? А значит, я говорю, а тоді виливається в кримфірський. І ото десь ота карамель, знаєш, трошки цикуна, десь не перележив, і вона пригодить. Прямо пригодиться, не бери наші там. А я думала, що краще. Ні-ні, це крем як вариться. Вибрав дішок. Так там береться вода і сахар, і воно заварюється, і десь чуть-чуть довше передержали, і воно трошки пригоріло до стінок, і тоді ото крем трохи гарчий. А зелений що там виходить? А, це красиво. Проводим опыты. А ну, меряем сатурацию. Где этот пульсоксиметр? Девчата, а ну, сколько у вас? А ну, давайте нам. У меня 97 и пульс 67. Я 98. У меня тоже 97. А что так много? Сейчас будем мерить у вас. Сколько? Да, у нас стандартно. У нас стандарт. Сейчас мы ваш стандарт проверим, подождите. Да.
Сколько, Галя? Галя, ты не пьешь, можешь не проверять. Те, проверять только те, кто давай, пьют. У меня 97 тоже. 97. Так, Вася, начинаем с тебя. Давай. Куда заняты зараз? Давай. Вася мало пива, из-за этого не умеешь. Да, сейчас посмотрим. У меня стоп. У меня только это, голова ужасная. Сколько у меня? У меня? Так, тихо. Тихо. Меряй. Не натурально получится. Больше. Что-то долго этот пульсоксиметр. Сколько? 98. Ну, нормально ж, 98. На 86. Пульс 86, 96, 98. Ну, нормально. Валера, давай ты. 75. Да, пульс и сатурация 96. Нормально, что говоришь, капец? А пульс твой? Валера, 72. Давай ты. 76. Потом психосоматика. На той? У меня гром запустился. На той. А второй мишка? Что-то так думал. 93. А что у тебя так маленький пульс такой? Да не пульс. Пульс 113. А это, а что так сатурацию мало показывает? Надо поменять. Палец. Давайте будем говорить 113. 92. 92? А что мало совсем у тебя? 93. А ну, Миша, ты... Валер, дыши глубже. Нет. Палец меня. 94. Нет, так 94. Дыши. Не дыши. Ну так, хотя палец. Так ты же сюда не скажешь, поставь на стол. Я жопнулый, как Люба, вы же не понимаете, как их нужно. 95 на 85. Да, 95 97 на 70. Это сколько граммов вы выпили сначала? Это вы вообще не пили. Я 30. Расскажите мне. Я 30. 30 грамм. 30 грамм. Смотрите, 30 грамм. Да. На, мире. Не, Иван Иванович, вы давайте. О, вы что? Иван Иванович. Науковый эксперимент. Света 32 грамма. Научный эксперимент, да, давайте. Иван Иванович, только запоминайте только. Дивіться, все, дай Ивану Ивановичу, ты же не пьешь. 99 у Светы с аппарата, и пульс уже упал. О, у Светы 99, это нормально. У Ника, дивіться, как Чернівська. Иван Иванович, давай. Ага. Бегай, чем бегай. Короче, замучился. 109 и 110. Это вообще. 100? Сатурация. А, у тебя самый лучший тогда. Так, Иван Иванович, в первую очередь, давайте. У меня тоже большой. Так, Иван Иванович, давайте уже. У меня большой. Иван Иванович, палец. Боится, да? Научный эксперимент, Иван Иванович, давайте. Давай. Жалко, кажется, жалко палец или что? Не, не жалко. Для науки ничего не жалко, давайте. Не, не жалко. Научный эксперимент. А ты на него, это, литр водки принесла? Нет, эксперимент. Ну, а, эксперимент а потом вы тут ляжете, я потом что буду делать? Стрим эксперимент. Здрасте. Делает эксперимент. У Васи, конечно... Водки не принесла, да. Это химик, да? Нет, ты не трогай, это вот не мое, это не мое, да. Хватит. Это не мое, для науки... Прибор сломался. Ну, мы им почули, что горючки нема, то что... Эксперимент не удался, значит. Сколько там? Ничего не показываешь. А ну, Вася, поремонтируй. 90 в тебе. Я кажу, кидай курить. 90. 88. Может, это наоборот треба на перекус? А что у вас на пошли? Да нету, Иван. Да, я зашкалило. 88, Ваня, дай курить. 0,9. Все, 72,80. Сколько? Да другой палец. Братан Иванович, как раз один выпустил. Вот палец. Да, да, да. Не тот палец, да, да, да. Вот этот палец не показывает палец. Я говорю, не показывает палец. Після циркулярки, вот бачу циркулярку, куда я буду его шумерить? Металы, металы. Не показывает, ну так... Это боязнь. Так, ну что там? Ничего. Батарейка садится. Потух. Эксперимент туда
Потухло, бачите? Потухло. Да. Валера, опять почини. А ну да, дайте Валере, Валера хай починит. А что, Валера, мать, что? Почините. Так, надо эксперимент завершить до конца. Вы что? Курите? Не выдержал, да? Не выдержал, але хуйню. Нормально сьогодні роботи. Работа? Да, у меня 98. Вон, наливаю, ради эксперимента, после шарки померяем. Не, мы можем остановить эксперимент, конечно. Нельзя. Как это остановить? Ну как, прибор же поломался, говорит. А ну, Иван Иванович, меряем. А то не удастся эксперимент, вы же четвертый в эксперименте. Давайте, пальчик. Хочет, чтобы снова поломался. О, включился сейчас. Наливай, ты пока разливаешь. Ну что, глянули там сколько? Сейчас. Не работает. Как только до Ивана Ивановича доходит, все, сразу ломается. Вы, наверное, туда до конца всовываете? До самого конца? Вы, наверное, до конца... Все, выключилось. А ну давайте еще. Все, еще дальше. Ну я скажу то, что кончился. Не удался. О! 72. Ну такой может быть 72. Ну 72 на 70 на 70 на 97? 97. А, 97? 72 пульс, 97. А, 97. Кислород. Нормально? А, нормально. 97. Ну, это, все, после, давайте. После какой... Все. 17 там, мабуть. Удачу этого эксперимента доказать всей громаде про то, что горилка не влияє на количество крови и желтого. Что, на как бы біла была, то кто из нас, да? Що нам повезло, грубо кажучи, да, вже, якщо так наперед з'явилося? Кров розведена горілкою і стає більш насичена киснем. Ага. Розлюкся, головне, котик. Точно, як Вовик сидить, смотри. Йде! Ти ж кланівця. Пройшло 5 минут. Мірім. Господи, поможи. Воля чудес. Ну на цьому пальці мене кисню не буває. Так ти поставь той палець, який буває. А я подивлюсь на цього. 94 на 92. А було скільки? 98. Не упало. Нельзя, значит, тебе горілку пить. Дальше, Валера. Стоп. Це жовту не можна, не маєш, що білу не можна. Треба ж теж придивитися. А, по цвету. Ні, нельзя никакой. Якщо падає, значить тому нельзя. Если поднимать, то можно. Поднимать, то можно, да. Можно сейчас так поднимать. Ну да, выходит башта. Сломался. Может быть. От количества водки можно сломаться. Палец. 91 на 92 вообще капец. Все упало у тебя. Вася, тебе нельзя больше. Все. Нет, даю. Мне надо просто больше водки пить. Не-не-не, нельзя, Валера, тебе. Мию, туда говорит, Мию, на землю. На ножки Володи подсадить, на Мию. Нет, он не хочет. Чтобы Мию ходил. Да, Мию сюда. Мию. Сколько? Хай поспит. Вообще капец. Спит. 90 на 106. 91 на 106. Все, Валер, тебе... Пульс упал. Ничего себе. Пульс упал, но и кровь, даже что? Кислород упал. Кислород упал тоже. Нельзя больше, значит, вообще категорически. Все. На и сдохли вы уже, смотрели. Так, а ну дальше. А ну, Миша, ты. А ну. Нет, ты ж поставь, нельзя так. Ага, вот так надо, да. Чтобы полноценно было. А было сколько? Не, он знает. 96 и 72. Да. Давай сейчас дам. 98. 77 и 98. Ему треба. А у тебя поднялось? Да. А тебе можно? Да. Так, Иван Иванович теперь. Опять поломается сейчас. Зараз ногу будет черная, тебе любят. Ага, ну давайте. Юль, тебе кое я принес, ты бачишь, хватит?
До тебе киця прийшов, Юль. Помазай його трошки. А дивися, не хоче поїсти. Хоче до мами йти до курі. О-о-о, світиться син. 94-91. Дякую. Скільки було? Нормально. 70. А, все. А вам двоїм можна, вам двоїм нельзя категорично. Іван Іванович, ми з вами не переговоримо. Ну, ми будемо, да. Ні! Все, експеримент вдався. Значит, что хочу сказать, к выводу мы пришли, давайте. Что нельзя пить горилки много. Особенно тем, кто снимает. Кто снимает, вообще не пьет. Но ходит простуженный. А мы здоровые. Черви зайдутся. Если горилки не пить, цигарок не курить, то в некоторых местах мужского организма заводится черви. Ой, вы все придумаете сразу на ходу. И черви, и мерби, лишь бы была причина выпить. Все, эксперимент удался, все. Не такие же, какие в пати появляются. Такие крыжак в пати появляются. Ну да. Эксперимент удался, я хотела сказать. Да. Именно за станцией институте. Да. А я же... На точку. Все и хаты на точку бить. У меня 97. Вот все правильно. Куля там еще ходит. Он не ходит. А сюда я прихожу, той бурян привожу, и он сидит. И сидит, и так дивится. И стрибок.